Всем привет! Сегодня мы поговорим о подкатных воротах, почему мы решили именно их, на что ставили и где заказывали. Подкатные ворота мы решили заказать, потому что они экономят место. Нету вот этого момента, когда распахиваешь створки ворот, особенно зимой, что надо под них почистить снег. На роликовой системе они просто съезжают в сторону, и все. Основной вопрос был, на что ставить. Какой фундамент бетонный делать или закручивать сваи. Поговорив с людьми, которые уже устанавливали ворота, мы пришли к выводу, что на нашей земле, у нас суглинок, лучше поставить на сваи. Мы закрутили под швеллер две 106-е сваи трехметровые. Вот. Сверху на них приварили швеллер. Сбоку от них сделали поменьше сваю под электродвигатель, в будущем мы его поставим. Вот. Также мы крутили еще сваи под столбы, которые удерживают ворота. Обзвонив много фирм местных, потому что из Москвы я пришел к выводу, что роликовую систему я сам не привезу, потому что направляющая, она 6-метровая, на легковом автомобиле это нереально сделать, а из Москвы доставка, ну, очень дорого. Начал искать местные фирмы. Вот. Более-менее адекватное то, что я нашел, это вот то, что нам поставили, это роликовая система фирмы Дархан. Роликовая система вместе с каркасом ворот, установкой и плюс калитка нам обошлись 55 тысяч вместе с работой. Это без сваи. Сваи мы заказывали в отдельной фирме. Сваи нам под роликовую систему, под столбы обошлись 22 тысячи. Это 4 106 сваи и 2 76. Если устанавливать на бетонный фундамент в той фирме, которой мы заказывали калитку, то по цене выходит приблизительно то же самое. Стоимость бетонного фундамента только под роликовую систему 15 тысяч. Мы ездили в другие фирмы, но местные. Ценники начинались от 70-80 тысяч только за откатные ворота. Это при условии, что материал, ну, обшивки наш, то есть мы обшивали в цвет, ну, тем же профилем, что и забор делали. Вот, заранее, когда забор заказывали, заказали дополнительные листы. С этим учетом они начинали от 70-80 тысяч без электродвигателя. Вот, в данном случае у нас обошлось 55 тысяч, это без профиля, но профиль это не самый дорогой, это ориентировочно 600 рублей за лист. Ну, здесь 4 метра, 4 листа, грубо говоря, и на калитке один лист. Будем считать 5 метров. Вот, это лишние 3000 рублей. Еще один нюанс, когда заказывали ворота, установку, многие ставят ролики, приваривают на швеллер болты, и на болты уже прикручивают ролики сами. Мы попросили, чтобы нам установили регулировочные пластины. На болтах как бы тоже можно регулировать, там подкладывают гайку, но я захотел именно на регулировочных пластинах, потому что площадь у них больше, чем у гайки, у болта, приваренного к швеллеру. Калитка. Калитка, если учесть, что стоимость всего обошлась 55 тысяч, калитка обошлась из этих 55 15 тысяч. С электромеханическим замком, который, ну, впоследствии, в будущем можно будет поставить домофон и сделать управление, чтобы открывалась калитка, замок открывался из дома. Фирма там, где мы заказывали ворота, что нам понравилось? То, что они приехали, все замерили, все посчитали. Я им дал образец цвета, которым мы красили каркас, когда ворота устанавливали. Они подбирали цвет, чтобы изнутри он сочетался с каркасом забора. При желании можно было попросить, чтобы они покрасили в цвет листов. То есть они подбирают краску, мешают и красят в нужный вам цвет. Сразу же отвечу на вопрос. Электродвигатель будет позже. Ориентировочная цена при заказе у них же. Если заказывать сразу же, это где-то 25-27 тысяч. У нас будет она 30, потому что мы не сразу заказывали. То есть дополнительно приехать, то, что они приедут и установят электропривод потом на эти ворота, будет 30 тысяч стоить. Значит, вот она роликовая пластина. Вот они ролики, вон там их 8 штук. Это направляющая роликовая. Значит, здесь 8 роликов. И здесь 8 роликов. Они внутри, они закрыты. Ни снег, ни вода на них не попадает.
Вот здесь внизу стоят регулировочные пластины. Вот они. У них больше площадь. Вот. То, что тут уже вылезла ржавчина, это, конечно, нюансы. Мы по весне это все переделаем. Все зачистим, перекрасим. Здесь мы все это зацементируем. Все уберем, не будет нигде ничего скапливаться. Просто сейчас уже холодно, и этим заниматься некогда. А ворота, когда сдвигаются, даже если здесь будет снег лежать, и снег внутрь попадать не будет, потому что здесь заглушено сбоку, с обеих сторон. А здесь сверху на столбе установлен держатель ворот. У них ролики с двух сторон, с этой стороны и с той, чтобы ворота не упали. С этой стороны, соответственно, верхний улавливатель. Это чтобы они дальше, да, не ушли? Ну, чтобы они дальше не ушли, и он их держит, чтобы они стояли. И нижний улавливатель. А здесь, если открыть, откатить, тоже стоит заглушка. Снизу еще есть ролик, который заезжает вот сюда вот. То есть мы их закатили, и пока нам поставили такую защелку, не стали тут ни петли, ничего делать. Потому что, ну, в принципе, при желании, если кто-то полезет через забор, то он и так перелезет. Вот. А так снаружи подлезть особо не получится. И плюс все равно здесь уровень будет еще досыпаться, то есть снизу рукой тоже будет тяжело пролезть. Откатываются они легко. Здесь открыли. Можно их просто толкнуть, и они спокойно на роликах катятся. Вот. То есть, в принципе, нагрузка на мотор, на все остальное, она небольшая. Вот. Вес у ворот тоже небольшой, поэтому покупать там дорогие ролики для ворот, которые весят там 750 и так далее килограмм, я считаю, смысла нет переплачивать за это деньги. Эти ворота, я думаю, даже 150 килограмм не весят. Вот они выводы. Потом аккуратненько здесь пустится в гофре провод. Вот, и будет управляться из дома. Здесь ничего тоже нету, просто обычный ключ. Не вот эти вот болванки большие. Вот. Теперь конкретно о фирме, которую мы заказывали. Наверное, по предыдущим блогам знаете, что мы тут много раз накалывались с тем, что вносили предоплату большую. В данном случае мы внесли предоплату 50%. Нам сделали ворота, все установили, все покрасили, все присоединили. А в те моменты, когда мы были в Москве и здесь монтировалось, мы попросили, нам сделали фотоотчет. Нам фотографировали и по WhatsApp присылали фотографии. Что они делают, как они делают, на какой стадии. Вот. Все очень хорошо, никто ничего не забыл. Очень приятно с людьми было работать. Ссылочку на их фирму мы оставим внизу. Вот. С ними мы поговорили по поводу того, что мы на них разместим ссылку. Нам за это никаких ни скидок, ничего не давали. Просто с того, что нас тут, ну, грубо говоря, много обманывало, и мы нашли более-менее, я считаю, честных людей, я их рекомендую. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал.